23 мая в Музее истории Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие общественного центра КФУ «Волонтеры Победы имени Героя Советского Союза» выпускника Казанского университета Федора Савельева. То, что в Казанском федеральном университете сегодня открывается общественный центр, это очень дорого. Да? И, как я привык говорить, это начало чего-то нового. Да? И как раз-таки пока мы еще не знаем, да, мы сейчас только валируем, как-то пересматриваем материалы, что-то делаем, какие-то мероприятия. И как раз-таки, когда вы сами в это включитесь, да, мы уже не, многие из вас уже в этом поучаствовали, как раз-таки мы и поймем, как нужно поставить работу. Цель движения «Волонтеры Победы» – воспитание гражданско-патриотических чувств у детей и молодежи, сохранение исторических ценностей, основные направления деятельности общественного центра – это организация помощи ветеранам войны, благоустройство и оформление памятных мест и проведение всероссийских исторических мероприятий, акций, квестов, посвященных памятным датам и сражениям. Долголетие, чтобы как можно с каждым годом он набирал обороты, чтобы большое количество студентов добивалось в его жизни, чтобы те достижения, которые будут получать центр, они больше были не дипломы, не дипломы выражались, а чтобы выражались в сердцах студентов, которые будут принимать участие. Стоит отметить, что членом движения «Волонтеры Победы КФУ» могут стать все желающие обучающиеся университета. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.